Алена, давай встанем рядом на последней школьной линейке. Рядом постоять еще успеем. А мне кажется, нет. Скоро в армию заберут. Никита, скажи, сейчас последний звонок. Потом школьный бал, а потом что? А потом наша свадьба. И наши дети идут в первый класс. Что-то у тебя быстро получается. Хотя, впрочем, я согласна. Стоп. Вот, передали 3 повестки в армию. Никите, Максиму и Ване. Сегодня 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Содержались 18 миллионов человек. Каждый пятый из них был ребенком. Более 11 миллионов человек были уничтожены. Слушайте, это мы говорим, мертвые. Смолвил битте, отодвинул плачущую мать, отошел подальше деловито и махнул перчаткой. Расстреляй!
старшее поколение, ветераны, труженьки тыла, пенсионеры. В общем, все старшее поколение. И также молодое поколение, которому сейчас очень гордимся. С праздником вас весны! С праздником Днем Победы! Чтобы у нас не было слова «война», оно оставалось позади, чтобы у нас всегда вот такие были мирные дни, солнечные, прекрасные. Хочу от Совета ветеранов, от администрации района поблагодарить Дом культуры за такую работу.